Доброе утречко. Привет. Ну тебя поцарапать так. Каролина не отмечала свой день рождения в школе. Будет отмечать сегодня, поэтому она с собой возьмет вот такие вот маффины. 12 штук. Они такие большие. С шоколадом. Угостит своих одноклассников. Макс у нас тоже не отмечал день рождения в садике, поэтому будет отмечать завтра. Нужно будет еще докупить маффинов. Ты гулять просишься, да? Холодно там так на улице. Холодно, темно еще. Ну пойдем. Пойдем гулять. Снег шел, оказывается, ночью. Немножко на траве лежит. Бонечка, давай быстрее, холодно. Бонни. Бонни тоже не любит холод. Раз, два и готово. Все? Время уже 9:20. Сварится как раз к обеду. Вы уже кушали? А я нет. Кстати, оказывается, у нас продают манную кашу. Вот такую вот, как баночки из-под йогурта. Вот тут с клубничкой и еще с чем-то непонятно. Такая вот манная кашка. Еще у нас продается рисовая каша тоже там с разными добавками, с вареньем. Вообще очень вкусно. Варить не нужно. Точно такая же кашка, что мы и варим. Манную. Вкусная очень. Я закончила. Буду сейчас загружать. Время уже 11 часов. Кстати, спрашивали, почему не ношу часики. Потому что у меня здесь нет стекла. И я боюсь поцарапать. И так уже у меня вот здесь вот сверху немножечко маленькие царапины есть. Потому что я же вот по дому все дела делаю и задеваю. Поэтому я жду, когда куплю стекло, тогда буду носить часики. Видите, у нас Лео тоже не носит. Вот он здесь вот поцарапал, вот царапина. Это уже боится. Как только стекла наклеим, так будем носить. Как делишки? Все хорошо? Каролина вчера уснула вообще почти в 2 часа ночи. Маффины съели, Каролина? Всем хватило? Да. Всем хватило? Вкусные? Да. Ну хорошо. Первый день. Сегодня в обед я ей принесу подарок, она тоже. Кому? А, да? Угу. Обменяйтесь подарками? Угу. Это 2 остались. Лишние. А? Лишние 2. Чао. Где там она? Спряталась за волосами. Спать. Чао! Иду. Все, пока. Тоже скоро надо идти. Чао! Масочка. Масочку держи. Вот и все, я тебе досталось. Все, пока-пока. Когда придешь? Все, пока. Все ушли. Каролина только здесь, возле дома. Ксюша, тебе тоже надо идти? Через 7 минут. Смотри, мама, сначала я хотела вот эту, но я ее все равно еще хочу, но она очень дорогая, вот. Угу. 229? Да. Это очень хорошая клавиатура. Так это же похоже на твою, такая же. Нет, это... мама, это другая. Это... А? Вот и Ксюша подготовила своей подружке подарок. Мерч, толстовку, и вот здесь уж целая коробка всякой всячины. Что там у тебя? Там слайм, там конфеты, эти мячики, потом... напитки. Фотка, энергетик, энергетик, там наклейки, там, в общем, целая коробка подарков. Когда они обмениваются. И ты сегодня принесешь тоже? Что мы будем делать с тобой? Маску. Нам скучно стало. Маску будем делать. Девчонки в школе. Нам скучно. Ну, давай посмотрим, какие у нас тут. У меня как раз 2 масочки. Ой! 2 масочки у меня здесь. Ты выбрала, какой будешь делать? С пенкой? Давай с пенкой. Ты еще никогда не делала с пенкой? Нет. У тебя все лицо будет в пенке. Гидробомб. Вот такая вот. Ты тоже будешь? Ну да. Тебе плакаты какие-то, что ли, дали? Да, сейчас покажу. Виляешь? Нет. Там мы смотрели картинки, чтобы писать, потом мы Мона Лиса написали, и мы нашли вот Мона Лиса с котиком.
Я сказала, офигеть, я хочу такой плакат, потом так, я тебе могу распечатать, потому что мой папа там работает. Она мне два распечатала разных. Она не знает, не знала, какую взять. Аккуратно, чтобы не помялись. Вот. Так ты точно ей скажи, Билли Айлиш распечатала бы тебе. Вот. Ну круто, а куда ты вешаешь? Именно сюда. Окей, Мона Лиса. Хочешь один туда повесить? А, с разными котиками. Да. А, прикольно. А что это? Круто. Мы это там просто плакат. Мона Лиса, потом это мы это нашли. Потому что эта маска большая, на взрослое лицо. Ее скоро день рождения. Второго. 2 февраля? Да. Она тебя пригласила. Она не думала, что будет делать парни. Я не знаю, она еще не знает. Я не полечу. Мама, я потом в душ еще пойду. У меня просто все болит. Так, ну-ка. Макс, это яма. Это уже было дома, потому что Вилли, она всегда все забывает. Я уже думала, что она забыла, поэтому не сказала ничего. Все. И он тоже там бесплатно может. Да? Печатать, да. Ну, 2 плакатика закажи каких-нибудь. Что тоже будем делать? Да. У тебя есть маска? Нет, не хочу. Ну, Маргарита, возьми, у нее есть? Нет. У меня тоже нету. Чувствуешь, что пенится? Угу. Пока эти маски развернешь, замучишь. Все, кашляешь. Не знаю, голова болит. Господи, боже мой, разворачивайте маска. Посмотрим. Макс. Весь я Макс. Макси. Макс. Рот еще поймать надо. Макси. Пожалуйста. Унеси мы это. Хорошо, выйди, пожалуйста, сейчас мы тоже выйдем. Я снимаю, можно нормально? Все. Помоги мне. У тебя свое, а что тебе будет мазать? Это твоя? Угу. Я еще ручки вот так вот мажу, чтобы тоже масочка на них. У меня тоже. Тебе тоже? Рукава засучи. Рукава засучи. Рукава. Все. Все. Мы готовы. Недавно Каролина сказала, что она хочет снимать свои видео. А именно, она хочет снимать свои влоги. Да. Поэтому она сейчас... Она сейчас учится, практикуется. Тебя как-то она не сильно пенится. Ой, сейчас наешься пенкой. Подожди. Все? Я тут маску делала. Видите? Пеном. А тут помада. Вкусно пахнет. У вас как дела? Хорошо? Мне говорила, да пойдем маску делаем. Давай. Потом так было. Что мне упадет? Положу. Вот. Давай попробуем делать. 1, 2, 3. Как дела? У меня падает. Угу. Мона Лиза с котиком. Алло. Угу. Пошли это. Так Ксюше понравилась эта картинка, и она это... Подружка запомнила и взяла, распечатала ее. Спрашивали подписчики, если ты еще фанатка Билли Айлиш. Конечно. Конечно. Это мы уже в другом месте повесили. Ну да. Потому что Билли Айлиш. Так, куда ты, над кроватью хочешь повесить сюда? Хорошо, когда кто-то работает в типографии. Угу. Все? Все. Ровно? Да. Ну все. Теперь у тебя Мона Лиза. Чуть-чуть кривовато, что ли? А ты правда, что? Все. Чуть-чуть вот этот уголочек внизу. Ну да. Да, так ровно. А это пока не знаешь куда? Не будешь две вешать. Вот еще ей тут в
вкусняшки нет, подарила. Нет, мама, слушай, тебе как будто надо шоколадками. Такие... Шоколадками. Скотч упал. Капри-сан. Суши. Мама, как сделай это. Сделай. Что ты посмотрела. Рычишь? А, ей не понравился плакат. Это кто? Мань. Кто это? Это тетя, да, какая-то? Кто это? Киса? Чипсики. И маршмеллоу. Все? Сползла уже? Ну, снимай. Она у тебя уже... Иди умывайся, на. Иди выкидывай. У тебя сползла все. Вот, я думала вот сюда, вот на эту стенку. Да. Шторку нужно отодвинуть. Да. Робот? Смотри, какой робот, Каролина. Что, повесить? Да. Она теперь фанатка Моны Лизы. Мы с ним цехнули дрых, и нахер я Мона Лиза бюдок сухт, нахер я сказала, ой, я хочу плакат ха. Нахер я мне einen ausdruckt. Mein Vater. Zwei. Aber so viel hätte ich gesagt, ich nicht. Also, идеально будет. Оно сейчас ровно? Пусть висит теперь Мона Лиза здесь тоже. Я уже подсохла. Некоторые смотрят, думают, что это взрослый кот. Но это не взрослый кот, это котенок. Он выглядит как взрослый кот. Да, он выглядит как взрослый кот, но это котенок. Ему всего лишь 4 месяца. Ты очень маленький. Всего лишь 4 месяца этому котеночку. Я здесь родит. Да-да-да-да-да-да. Ноготочки он хорошо дерет здесь. Ой. А Маргарита ушла? Она в туалет пошла. А, ты думала, она уехала на каток? Нет. Еще не уехала? Нет, сейчас поедет. Маргарита! Нет, там нет Маргариты. Собралась она на каток и забыла коньки у папы в машине. Молодец вообще. Придется ей в аренду брать теперь. Коньки там, по-моему, 4 или 5 франков. 39-й. 38, 39. Ну, лучше 39-й возьми, мне кажется. 39. Да, 39-й лучше возьми размер. И во сколько ты приедешь? Не знаю. Кто ты не знаешь? Ты телефон включи звук, если я буду звонить тебе. Всегда звоню, никогда не берешь. Потому что я не слышу. Ну вот звук включи. Уехала. Деловая кататься. А ты что не поехала? Порядок наводишь? Да, Ксюша порядок наводит. Она любит, когда у нее на столе все чистенько. Попридет, он тут покушает, оставит. Смотри, мама. Ты перфекционист? Да. Нужно, чтобы идеально все было ровно, по линии. Чистенько. Вообще я хочу все снять. Потом все опять обратно. Почему? Потому что переставить? Я хочу это убрать, потому что тут как-то странно стоит и все нормально идет. Нужно готовить кушать. Я хочу спать. Я еще не перестроилась на новый режим дня. Сегодня рано так встали, я не выспалась. Поэтому хочу спать сейчас. Там в горах снег выпал. А у нас растаял, выпал и растаял. Мама, у нас комментарии открыты. Комментарии? Во влоге? Угу. Да, а что? Ты хочешь что-то спросить? В комментариях, какая мышка лучше, белая или черная? Напишите в комментариях, какая мышка, смотри, вот белая это. Или черная? Ну вот эта вот мышка, покажи. Вот эта мышка. Так мы потом подсчитывать, что ли, будем? Или вот такая. Угу. Ну, смотря какой у тебя компьютер, если у тебя все черное, Ксюша, ну, я не хочу все черное. Это нужно смотреть, если у тебя все, компьютер белый, этот, клавиатура белая, значит, естественно, мышка белая. А если у тебя здесь все черное, здесь не белое. Тоже здесь... такая клавиатура продается белая. Белая сейчас сюда тебе не вписывается. Вписывается черная. Я же не черная, это все это не у черное. Тебя коврик черный, у тебя клавиатура. Потому черная. Что это было вот с этим. У тебя колонки черные, белые. Компьютер черный. Все черное. Правда, тут все плохо. Очень медленно. Так, я хочу сделать пюрешку.
Кто хочет пюрешку? Я хочу сделать пюрешку. Вот это Лёна для салата. Ну, значит, возьми красный, попробуй. У нас, кстати, обновочка. Мы купили себе тостер. И чай. Он такой простенький, чай недорогой. Вот он здесь получается. У него есть разные функции. Это если хлеб замороженный. Может быть, кто-то замораживает хлеб. Вот это вот. Это просто, по-моему, подогреть. Подогревать можно. Ну, это просто тостер. Вот. Здесь такая подставочка есть. Это подставка. Сюда сверху хлебушек и подогреть. Подогреть можно. Да? Угу. Так, включаем. Что, она не работает? Потому что надо сначала хлеб. Так, я хочу, допустим, если сверху положить хлеб. Ну, а вот. Ой. Вот так вот. Она будет греть. Блин, он греет так хорошо. Смотри. Фу. Ага. Хорошо греет. Черненький я выбрала. Там было три цвета. Белый, золотой и черный. Бабуля себе купила вот такой вот чайник. И хотя у меня уже есть вот такой прозрачный. Мяско, мяско, мяско. А мне лампочки. И пожарю я, наверное, говядинку. У меня есть говядина. Подлив сделаю. Мяско у меня говядина. Я сейчас такими вот порежу этими полосочками, соломкой, чтобы она быстро приготовилась. Каролина дома вообще? Нет. А, она же к подружке ушла. Точно. Я уже забыла, что она ушла к подружке. С луком, и здесь картошечка варится. Чуть-чуть осталось, будет готово. Угу. Еще чуть-чуть осталось. Возьми. А, ну возьми. Я же тебя не забирала, ну вытащи. Так, сливки. Таритарун? Ну все. Все. Я не слышу. Маргоша не пришла еще, поэтому мы будем без нее ужинать. Папа у нас на работе с подливом. Пюрешка. И с салатиком. Нормально? От головы? Как ты лекарство просто смотришь? Даже тебе от чего-то надо? Не, я помню, что у нас были такие таблеты. Мятные? Таблет... Нет. От горла? Нет, нету больше. Такие в капсулы были. Нет, больше нету. Давайте собираться уже. Нарисовала. Это кого ты нарисовала? Учительницу свою? Нет, кто-то. Мне. Себя нарисовала? Нет. Это ты? Молодец. Красиво. Покаталась? Народу много было? Нет? Много. Сколько стоят коньки? Три. Три франка? Один час? Ну. Один нет. Час? Нет. А, без лимита? Да. Ага. А, ну туда недорого. Нормально. Можно покататься. Чистим зубки, переодеваемся и спать ложимся. Это что здесь творится? Это не я. Приходил ко мне Антошка, поиграли мы немножко. А у меня все хорошо. А к тебе Антошка не приходил, скорее всего. У тебя чисто, да? Это у Макса. Видишь, как хорошо. Разделили комнату, и теперь вот... А то раньше у Каролины был стресс, депрессия, когда Макс начинал играть, и здесь был такой бардак. А у Каролины теперь чисто. У нее своя зона, да? Чистенькая, аккуратненькая. Ну, а Макс тут он. Мальчишка. Вещи, игрушки, машинки. Опять начинают свои игры перед сном. А так вот каждую ночь. Вот, ты что делаешь?
Он спокойно. Он спокойный, и она как бешеная бегит. Все нормально? Бонь, ты так диван порвешь. Ой-ой, все, все, все. Не дается ему. Он кусается так сильно. Бончика. Набегалась. Все, ребятушки, спокойной ночи. Будем мы отдыхать.